тұңғыш құрметті көрермен тікелей эфирде ашық әңгіме бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Мұрат Қажы Ақпарұлы Конев мырза. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, жылумен қамтамасыз ету газ және жарық мәселесі толғандырса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 334-024 және 275-20-48. Ал әріптесім Марат Садықов екеміз, сіздерге қызмет етуге әзірміз. Марат. Спасибо, Назар. Добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Алматы» программы «Напрямую». Сегодня в гостях нашей студии руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Мурат Конев. Добрый вечер. Добрый вечер. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно работы коммунальщиков в нашем городе или все, что касается энергетики, пожалуйста, дозванивайтесь к нам по номерам 334-024-275-2048. Ваши вопросы принимаются в прямом эфире уже прямо сейчас. Мұрат Қажы Ақпарұлы, қазір кезде жылу маусымында басталды. Қазір қаламыздың аймақтарының бәрі толық қамтылды ма осы жылумен? Бүгінгі күні 20 қазанда сағат 18 сағат шейін тегін барлық аймақтар көп қабатты үйлердің тегіні сосын ауруханалар, балабақша, мектептер бәрі жылуға қосылды. Тепінде 39 көпқабатты үйлер ғана қалды. Бұл енді бостандық пен Алмалы ауданында. Себебі енді жылу үйлердің үйлерінде осында кішкентай парктер бар. Соны қазір жөндеу жұмыстар жүріп жатыр. Ертең сағат сол 16-18 сағатында бітіретін шығармыз. Жалпы жақында қар түсетте отырып, оның қысқа мерзімге қаншалықты дайынбыз? Дайын, түгел дайынбыз. Бұл сұраққа біз енді бүгінгі түгел топливо дейміз, сонда бүгінгі түгел қамтасы бар алдағында құбырлар, сұрғылар, электр жүйе, газ жүйелері бәрі түгел дайын. Түгел қала енді сондай неге қысқа дайын деп айтуға болады. Жалпы дәл қазіргі кезде күннің әлі суыта болған жоқ, бірақ жылу да беріліп отыр. Соның арасында мысалы осы температурасын жылудың белгілі бір көлемді бақылауға бола ма? Бұл енді біз қала өте сондай таудың етектерінде орналасқан, күн мен түннің арасында температура 10-15 градусқа шейін жетеді. Күндіз жылы болғанмен түнде суық. Сондықтан да сондай әкім шешімімен 15-ші қазаннан жылу берілсін деген шешім қабылданды. Сол шешімді дұрыстап есептейміз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі студиямыздың қонағы Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Мұрат Қажы Ақпарұлы Конев мырза. Газ және жылу сонымен қатар жарық мәселесіне сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Хабарласыңыздар. Мұрат Қажы Ақпарұлы, на каком этапе сейчас газификация, потому что в этом году по плану должны были завершить в городе? Что сейчас? Да, вопрос газификации находится под контролем. Акима города Алматы Ахметжан Смагуловича, значит, по поручению нашего Акима мы должны были в этом году полностью город газифицировать на 100%. По состоянию на сегодняшний день газифицировано 95% жилого фонда. Это, значит, не газифицировано порядка 5600 жилых домов, частных в основном жилых домов. Вопрос газификации строительства газовых сетей продолжается. Я думаю, до конца года этот вопрос будет решен полностью. То есть все по плану? Все по плану. Значит, для этого были выделены средства из городского бюджета и в соответствии с инвест-программой по линии кластера с газа Алматы. Совместными усилиями мы задачу поставили на тему до конца года полностью решен. Сейчас в городе в некоторых местах ремонтные работы по отопительным системам, насколько я знаю, еще не везде закончены, в связи с чем? Ну,
По отопительной системе, что касается реконструкции тепловой сети, работы завершены полностью. Что касается порывов, которые сейчас имеют место при запуске, выходе, значит, на гидравлические температурные параметры в тепловых сетях, значит, было выявлено около 39, около 15 порывов на распределительных сетях. Сейчас эти порывы устраняются в плавном порядке, но они, эти порывы, носят циклический характер. При запуске, значит, в отопительный период, при вхождении в отопительный период, они имеют место. Мы этот вопрос анализировали. На данный период в прошлом году было порядка 35 порывов. На сегодняшний день мы имеем около 15. Но необходимо отметить, что эти порывы на распределительных сетях малого диаметра 1150 и где-то до 100 миллиметров. Ну, я непосредственно, что касается работ по сетям водопровода, канализации, электроснабжения по городу Алматы, эти работы велись и ведутся до 25 октября. Мы должны эти работы завершить полностью, восстановить дорожный покрытие, элементы благоустройства для того, чтобы уже в зиму можно было нормально эксплуатировать нашу проезжую часть. Город готов к зиме? Город, да, готов к зиме. Решение Матима, значит, постановление Матима города Алматы, отопительный сезон начнется с 15 ноября. Значит, запасы октября. Запасы топлива ведутся, значит, запас топлива позволяет нам говорить о том, что на сегодняшний день мы полностью готовы к отопительному сезону. Значит, и я думаю, отопительный сезон пройдет нормально, в хорошем режиме. Спасибо. К нам звонили зрители с вопросами. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, я по поводу регистрации двухэтажного дома по улице Шерифова, 16А. Это же Тифлисский район. В этом году нам провели основную трубу. Но до половины. Дом двухэтажный. Они довели до угла и оставили. А надо было еще сказать, что будут доводить до дверей каждой квартиры. А там уже сами жители в дом будут заводить, там брать условия технические. Оплата уже сами будут. Но все, дальше не двигается. Как бы дальше, мы звоним в Акимат, в газовые сети, но никто ничего не знает и не говорят. Угу. Спасибо. Ну, вопрос понятен, конечно. Я записал ваш адрес. Вы можете ко мне позвонить по телефону 271-6550. Есть вот такие моменты. Я сказал, ранее говорил, что порядка 6500 жилых домов не охвачены газификацией. Мы сейчас эти участки выявляем и в экстренном порядке, значит, проводим работу по разработке проектно-сметной документации и обязательно будем включать в план строительства этих газовых сетей. Ну, в каждом случае нужно будет подходить индивидуально. Почему? Потому что бывает, что за период проектирования будут строиться, вводиться новые жилые дома просто по картограмме или на топосъемке, где дома еще не введены в эксплуатацию, и, возможно, они не обозначены. Ну, в частности, по вашему вопросу, я думаю, возьмем на контроль это дело. Угу. Могли бы еще раз телефон повторить? 271-65-50. Угу, спасибо. К нам еще дозвонились. Здравствуйте. Да, мы слушаем. Счета по тарифам, я думаю, они никаких льгот не имеют, но, возможно, социальные адресные какие-то выплаты по линии управления социальной защиты, и, возможно, там есть определенные
предусмотрены для инвалидов непосредственно, второй группы в частности. А где их можно взять? Ну, я думаю, в управлении социальной защиты, да. Ясно. К нам еще позвонились. Здравствуйте. Мы вас слушаем? Алло. Да? Задавайте свой вопрос. Скажите адрес. Адрес Красногорская улица. Вот 70-й район, Пустынский район. Красногорская 70, да, или 70-й разъезд? Разъезд, ага. У вас частный сектор или же? Да, частный сектор. Второй тяжкий район. Но первый люди живем в Пешне, это время угрю. Это Латовский район, да? Какой у вас район? В Тусикском районе у нас порядка 450 жилых домов не оплачено газоснабжением. Ну, причины, которые я сказал, по различным причинам. Но я записал адрес, разберетесь, как вам происходило. Спасибо. Назовите. Жанны, газ-масс-элес махалулас, латаркурин, демжапа, шахармаза барлах, турлун, илеш. Кашан газмин, там тут, патентов, ажаспорта. Инда, кем вперёс малыш бирубный шабас услышал на арда бэром газбен тонсу джасу грепас дилер бэром бэбуга тосом без пайс или дэр газ отказлебен это без пайс госсажимая машин батрим с бэдем отримс жапа бэрмия кажет он вам не ерли мэ ерли сундё мэрэнли мәселесі өте сондай үлкен қиын мәселе. Биыл біз сол жөнінде үш жоба бойынша жұмыс бастап деп отырмыз. Ендігі жылы жалпы осы жоба екіде сол кәріз құбырын июнь-июльге шейін салып бітеміз бе деп ойлап отырмыз. Демек ол 5 жылға созылмайды ғой? Жоқ, енді біз енді жоба несі созылмады. Енді бұл жалпы осы Алатау ауданында 150 километр су құбырын, 110 километрдей кәріз құбырын салу керек. Оны енді 3 жылда бітіреміз деп отырмыз. Бірақ енді бір ауданды жан бастаған соң оны 1 жылда бітіруде сонда енді созылып тұрмай бітіреміз деп отырмыз. Жалпы жан екі осы жылы бастап, осы декабрьде еді жылдың үйінде бітіреміз деп отырмыз. Жалпы мысалы газ болсын, жылы құбырлар болсын ауыстырып отыр, осы қанша шаршы көлемде мысалы ауысты және олардың сапасы қандай, қанша жылға төтеп береді? Шыдамдылығы енді кәріз су құбыры 25 жыл, газ желілері енді бір 35 жылға беріледі. Рахмет, Марат.